Федор! Прием! Он не удержит лодку. Он удержит. Федор, вы обошли уже весь мир. Куда дальше? Скажите, есть ли у вас мечта? Я поднимусь в Австралию и пройду с запада на восток. Мы рассчитываем уложиться в 10 дней. Это будет рекорд. Я весь земной шар за раз должен облететь и никогда не приземляться. Эта гондола — настоящее детище Федора. Почему я должен платить за ваш адреналин? Вас прет, а нас колотит. На нас надвигается циклон с Тасманией. Если сейчас отложим, уже не взлетим. Все нормально, руби! Отец говорит, смирись. Но если бы все люди смирились, мы бы тогда до полюса не дошли. Мы бы в космос не полетели. Диспетчер из Сиднея желает тебе безопасного полета. Почему вы не говорите с ним? Каждый день ему пишу письмо. А потом, когда он возвращается, я ему отдаю свои, а он мне свои. Я лечу, куда дует ветер. Змея воздушного, помнишь? Вот тут такая же система. Пап, люблю тебя! У тебя впереди грозовой фронт. Ты идешь прямо на него. Это суперциклон. Циклон-убийца. Он будто гонится за тобой. Чего ты пристал ко мне? Чего ты?